Открыть на уличном конце, на открытом. А то пока нам не возражают. Очень уличная мелода. Здравствуйте. Номер это Николай Юрьевич. Здравствуйте. Николай Николаевич. Катюша. А вот Дубинушка. Производство советского. Там по площади, наверное, в два раза меньше, чем современные, да? И наши производители. И попадают. Да, это наше отечество. Надо вам бить. До сюда, ресепшн, расписание будет даже, расписание будет вот до Австралии. Так, да? Это Австралия транспорта мяча. Не жесткий хард, как... Уход от травматизма. Уход от травматизма. Значит, что у нас? Получается, открытых у нас 6, да? 6. И еще 12 на улице, всего 18. 8 драматологов и 4 карта открыты. То есть любое соревнование на любом стиле. Ну, покрытие 10. А трибуна на 50 мест. Вот. И, соответственно, значит, если... в случае проведения центрального можно здесь импровизировать на одном из центральных стульев. Ну, да, можно разбор сделать. Похоже, мы сделаем изготовленный разбор на трибуны. Торжественное открытие уникального спортивного сооружения Академии тенниса имени Николая Николаевича Озерова. И на церемонии присутствует министр спорта Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко, губернатор Ленинградской области Олег Иванович Ковалев, дочь Николая Николаевича Озерова Надежда Николаевна Озерова, президент Федерации тенниса России Шамиль Анвярович Тарбищев, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, многократный победитель турнира «Большой шлем» Динара Сафина. Мы начинаем церемонию открытия Академии тенниса имени Николая Николаевича Озерова. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, прекрасная сегодня церемония открытия этого замечательного центра. Я хотел бы выразить такое большое удовлетворение, что нам удается открыть сегодня еще один спортивный объект на Рязанской земле. 7 лет назад мы с Олегом Ивановичем подписали соглашение о развитии физической культуры и спорта в Рязанщине, и вот за эти годы построили совместно около 30 спортивных сооружений. И когда присутствуешь на таких объектах, всегда, конечно, радуешься прежде всего за наших детей, за молодых спортсменов, за тех людей, кто придут на эти корты. Буквально несколько лет здесь не было ничего. Сейчас появляется Академия тенниса. Это, конечно, просто прекрасно. Я хотел бы от всей души поздравить всех рязанцев с этой замечательным праздником. Пожелать вам всех возможностей, использовать эти возможности для того, чтобы заниматься теннисом, этой прекрасной игрой. Особенно хочется пожелать нашим юным спортсменам успехов, хочется пожелать им упорства. Может быть, не все станут Сафиными, но многие из вас станут здоровыми, сильными, востребованными людьми для нашей страны. Уважаемый Виталий Леонтьевич, уважаемые гости, уважаемый Шамиль Леонидович, уважаемые рязанцы, я сегодня рад приветствовать вас на этой площадке, на открытии Академии тенниса, построенной по самым современным образцам и отвечающей всем требованиям мирового уровня. Я благодарю
лично Виталия Леонтьевича, Министерства спорта Российской Федерации за ту поддержку, без которой не был бы построен не только этот комплекс, но и ряд других. Виталий Леонтьевич скромно сказал около 30, я скажу более 30 объектов построено в течение последних 7 лет при поддержке Минспорта Российской Федерации. И этот комплекс был построен быстро, качественно, и я от всей души признателен и тем строителям, которые здесь работали, которые вложили свой труд, вложили свои эмоциональные силы, потому что они понимали, что они возводят, что это не очередная какая-то такая формальная новостройка, это объект, на котором будут заниматься дети, которые будут здесь совершенствовать спортивное мастерство, получать заряд бодрости, здоровья, приучаться жить в обществе, и это очень важно. Открытие этого центра ждали очень многие наши жители. Мы многие активно участвовали в выборе его наименования, что очень важно, потому что были разные предложения, но я счастлив, что победило предложение назвать теннисный центр именем нашего великого земляка Николая Николаевича Озерова.